Малыши, как дела? Хорошо. Это у вас тут пятеро детей, да? Один где-то бегает, да? Орехи собирает, понятно. Надо же как-то жить, да? Сегодня мы приехали к семью, где пятеро детей. Это Ясиноватая, и в Ясиноватой они проживают. Здесь сильно бомбили? Как бы слышно, что бомбило, но не так, что сюда попадало. Ну, сюда не попадало, да, ну, бомбили сильно. Слышно, да, так бывает, хорошо слышно. Ясно. Вот эти дети здесь и проживают. Сегодня благодаря одной замечательной женщине из Канады, Наталье Коуси, мы привезли вам два продуктовых набора. Вот здесь все есть такое самое необходимое. Конфеты, да, налетаете. Молоко. Вот такие детки здесь проживают. Наташа, огромное спасибо. Они уже торопятся побыстрее все разобрать.